Давайте, вы прямо говорите, когда моя и так далее. Когда моя вторая половинка флиртует с незнакомцей, я делаю вид, что мне нравится, а на самом деле получаю большое удовольствие. Видите, надо все-таки играть, да? Давайте дальше посмотрим. Так мы с этой игрой доиграемся. Когда моя вторая половинка повышает на меня голос, я терпеливо молчу, но однажды я не выдержу. Вот вы предупреждены были. Давайте еще посмотрим. Давайте, вы прямо говорите, когда моя и так далее. Когда моя вторая половинка флиртует с незнакомцей, я делаю вид, что мне нравится, а на самом деле получаю большое удовольствие. Видите, надо все-таки играть, да? Давайте дальше посмотрим. Так мы с этой игрой доиграемся. Когда моя вторая половинка повышает на меня голос, я терпеливо молчу, но однажды я не выдержу. Вот вы предупреждены были. Давайте еще посмотрим. Давайте, вы прямо говорите, когда моя и так далее. Когда моя вторая половинка флиртует с незнакомцей, я делаю вид, что мне нравится, а на самом деле получаю большое удовольствие. Видите, надо все-таки играть, да? Давайте дальше посмотрим. Так мы с этой игрой доиграемся. Когда моя вторая половинка повышает на меня голос, я терпеливо молчу, но однажды я не выдержу. Вот вы предупреждены были. Давайте еще посмотрим. Давайте, вы прямо говорите, когда моя и так далее. Когда моя вторая половинка флиртует с незнакомцей, я делаю вид, что мне нравится, а на самом деле получаю большое удовольствие. Видите, надо все-таки играть, да? Давайте дальше посмотрим. Так мы с этой игрой доиграемся. Когда моя вторая половинка повышает на меня голос, я терпеливо молчу, но однажды я не выдержу. Вот вы предупреждены были. Давайте еще посмотрим.